Доброго и коррумпированного всем мэра, господа. С вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия City Skylines. Ну что ж, вне серии я переименовал еще пару улиц, если мне память не изменяет. Улица Тартону, нет, это не... Нет, подождите, вот здесь вот... Да-да-да-да, все, переименовал. Я думал, просто переименовал и не сохранил. Сохранил, все нормально. Короче говоря, мы продолжаем развиваться. Продолжаем делать большой, огромный город мечты. Мы в прошлой серии построили здесь трассы. И даже некоторые автобусы автоматически переделали свои маршруты. Смотрите, белый маршрут пошел вот с этой стороны. Это очень классно, это очень хорошо, тем более он Подождите, или мы его сами сделали. В общем, по этой трассе едут очень быстро. Я не знаю, просто какая скорость здесь максимальная. Надо будет посмотреть. Так, дорога Янг называется. А здесь у нас есть еще очень активный подписчик. Вот его... Я уже забыл, как его зовут, надо будет потом посмотреть. Ладно, в следующей серии мы его переименуем. Мы продолжаем переименовывать улицы в честь своих подписчиков, кто не знал, кто зашел только что. И... да, да, да. Проблемы у нас такие. У нас есть уже некоторые вакансии с образованием, без образования. В общем, не хватает народу. Народу надо побольше сделать. Народу, народу, народу. Кстати, что у нас там с кредитами? Бюджет, кредит. Взять здесь у нас нельзя выплатить кредит. Ну ладно, хорошо, сделаем следующее. Мы построим еще кое-какие дороги. Вообще надо нам по-хорошему расширять эти дороги. Некоторые, хотя бы центральную дорогу расширить, потому что здесь, ну, такие вот проблемные штучки получаются у нас. Можно такую дорожку сделать с деревьями. Можно дорожку с автобусными дорогами еще, да? Давайте лучше с деревьями сделаем. Или вот это вот вообще будет нормально, хорошечно. Это вот такая центральная дорога. Придется, конечно, переделать кое-какие вещи. Так, парк. Вот этот парк, наверное, переместим. Вот сюда поставим. Что-то прям жестко, да, Рима сюда сделал дорогу, конечно. И вот здесь вот такая вот центральная дорога. Очень широкая, такой проспект. Так называемый. И здесь тоже сделаем проспект. Такой центральный проспект. Останавливаем игру. Естественно. У нас минус жителей, потому что я сделал такую радикальную перестройку. Это не та перестройка, о которой вы только что подумали. Хотя это уже поколение не помнит, да, слово перестройка. Не знает, что такое. Знаете, да, что такое перестройка? Только не гуглите. Просто так скажите. Да, Римас, я знаю, что такое перестройка. Да-да-да. Как-то хотелось бы соединить эту дорогу вот здесь вот. Во. Вот так вот. Многие мне критикуют, говорят, Римас, у тебя нет никакой фантазии. Ты делаешь какие-то квадратные... у города, и все это дело очень некрасиво выглядит. Да почему, ребят? Вы откройте карту, посмотрите. Очень много городов вот как-то делается, они, можно сказать, да, есть некоторые, конечно, с проектами. Вот, например, взять Нур-Султан, ну, Астана бывшая, да? Там сделали проект такой, что ты, ёптать, пешком ты не пройдешь туда-сюда, там огромные пространства, и это неудобно. Вот, приходится ездить на машине, либо на автобусах, естественно. Вот, и получается город пустой. Вот, слишком пустой. Но это, кстати, с одной стороны, тоже хорошо. Хорошо. Так, давайте поменяем. Поставим простую классическую музыку, игровую. Все, мы здесь провели воду. У нас электричество нормально, хорошечно. Ну и придется продолжить делать пентхаусы всякие. Чипуль, 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 чипуль. А здесь делаем коммерческие зоны. Ну, как-то так. Как-то так. Кстати, где-то была музыка, насколько я помню. Классик радио, Gold FM, радио проселки. Я помню, где-то была музыка, где там Crusader Kings, Crusader Kings и все такое. А, во, вот она, во-во-во-во. А, отлично. Здесь, короче, все музыки из других игр от Paradox Interactive. Ну, вы меня поняли, да, если вы меня поняли. В общем, прикольно. Так, нам надо построить, вообще нам надо хотя бы одно уникальное здание построить. Ну, на это, естественно, денег нет. Как всегда, Римасенок Поросенок не умеет строить, не знает, как делать экономику хорошечную. Ну, с другой стороны, тропический сад будет само то, если мы его сюда вот поставим. Вот, тем самым улучшим жизнь наших хитеречков. Я имею в виду наших жителей. У нас уже прибавка к деньгам 1669. Это очень хорошо. Даже в некоторых местах есть проблемы с мусором, с вывозом мусора. А вывоз мусора мы с вами сделаем следующим образом. Еще одну трассу построим где-то здесь рядом. Это у нас шоссе с двухсторонним движением.
вот такое шоссе поставим. Ну, можно вот так вот, хопа. Вот такое шоссе. Да, я знаю, что вам не понравилось это шоссе. Ну уж простите. Шоссе с двухсторонним... А вот, с экраном, наверное, лучше здесь сделать. Вот, смотрите, автобус уже ездит сюда. Это с экраном. Что такое с экраном? Это шумоизоляция происходит здесь. Здесь, кстати, знак какой-то... А, знак 40. По уличкам стоит автоматический знак 40. И, вы знаете, я заметил то, что по умолчанию светофоры не ставятся. Нам надо все-таки поставить вот в центральных проспектах именно светофоры по умолчанию. Потому что это может быть даже очень нехорошо. Вот здесь вот светофор можно поставить. Потом вот, вот в этих перекрестках тоже. Чтобы облегчить жизнь нашим хитеречкам, нашим жителям. Римас, хотя Харе уже говорит про хитеречков. Римас. Так, здесь тоже будет у нас светофор. И здесь тоже. Ну, потому что я сам водитель, да, и пешеход. Я знаю, что такое улица без светофора. Кстати, надо будет обчистить вот это дело, зачистить. То есть без светофоров, когда улица есть, там каждый сам за себя. Ёпта, тебя никто не пропустит. Ты долго ждешь. Ты что-то делаешь. Недостаточно пространства. Слушайте, а куда это все дело вывозить? А, свалка используется для хранения мусора. Заполненность 15, 100%. И... честно говоря, освободить здание от другого объекта. Как? А как вывозится, ребята? Раньше они просто куда-то вывозили, непонятно куда вот. Куда-то выезжали. А сейчас, мне кажется, все-таки нам надо перерабатывающий завод построить. Ну, для этого нужно 7000. 7000, ребята, набрать. 7000 жителей. Ладно. Посмотрим, что из этого получится. Короче, ускоряем время. Ждем, пока наши люди... А, они уже заселились. Нет, они не заселились. Потихонечку начинает заселяться. Очень-очень классно. Прекрасно. У нас доступность электроэнергии. Все нормально. Водоснабжение тоже. Ну и денежки потихонечку начинают появляться. Кстати, что у нас по пожарной безопасности? Очень-очень печально. У нас всего лишь одна пожарная станция находится здесь. Очень много заброшенных зданий вот здесь вот. И нам надо провести еще один маршрут автобусный до новых районов. Например, вот здесь вот мы построили с вами район один. Нет, давайте лучше начнем его отсюда убрать. Опа. Оп. 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 Так, здесь. Здесь вот. И прям до Седова. Ой, как я обожаю эту музыку. Блин, в Crusader Kings захотелось поиграть. Ой, ребята. Это просто гребаная жесть. Ну все, мы здесь вроде бы все сделали. Не хватает опять электроэнергии. Вот здесь вот. Оп. И вот здесь вот все соединяем, все делаем. Это дело, конечно же, меняем вот в такой цвет. Превосходно. Что у нас с электроэнергией? Не хватает электроэнергии. Но придется поднять бюджет. Потому что... ночью, хотя ночью должны быть... А, ну, естественно. На 104, на 105. Сейчас посмотрим. Во, все. Повысили мы с вами бюджет, и электроэнергии хватает. Надо еще построить опять мусорную. Мусороуборочную шняги. Ну, я хочу сначала, наверное, центр переработки отходов сделать. Надо, конечно, больше. За содержание уход 300, а здесь у нас 200. Да не такое уж прям большое... большая разница. Правда, электричество забирает много, а свалка вообще ничего не забирает. Ни воду, ни электричество. Просто тупо хранят все это дело. Ладно, ладно, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, у нас тут пожар. Пожарные машины вы где? Вы нам нужны. Доедут, нет? А... да, они не могут доехать. Во-во-во, потушили. Прекрасно. Да. Надо часто следить за своим городом. Не хватает зданий, ребята, не хватает рабочих, поэтому забрасывают все эти здания. То есть нужно больше, 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 больше народу. Очень много народу нужно. 18 тысяч. Свалку мы можем построить. Вот 20 тысяч соберем и построим рядом еще одну переработочку, ребята. Вот она, кстати, появилась. Вот сюда вот поставим. Все, идите, выезжайте, едьте.
то здесь 15 машин. Количество мусора. Мусор обрабатывается. Мусоровозы здесь не используются, здесь используются. Да, они просто тупо не успевают перерабатывать этот мусор. То есть такая, знаете, зеленая экология, можно сказать. Переработка мусора. Какие тирочки перерабатывать-то тоже надо, правильно? Правильно. Так, скорость обработки в неделю. Здесь у нас получается 24 тысячи в неделю. А здесь пока что неизвестно. Ну и это надо тоже как-то переработать. Вот я не знаю, как вот зачистить свалку. Недостаточно пространства. Честно, я не знаю, как она делается. Свалка. Она полная, она полностью, прям заполнена полностью. Это жесть какая-то. Если мы мусор убирать не будем, то, естественно, будут проблемы с здравоохранением. Что у нас по здравоохранению? Ну, 65%. Так себе, конечно же. Нехорошечно. Нехорошечно. Такая вот большая деревня у нас. Ну, жители прибавляются. Нужно еще дальше строить. Вот сейчас опять нам предлагают построить еще какой-то район, регион. Кстати, еще у нас по поводу покупки земли. Мы хотели с вами как-то землю покупать вот в этом плане. Так, вот в нефтянке, да? Купим землю в нефтянке. Хорошо, купили мы с вами землю. Здесь у нас нефтяночка, и здесь как раз железная дорога проходит через эту территорию. Это очень классно. Это очень невероятно. Блин, денег мало. У меня есть предложение построить мост или тоннель. Хотя не стоит. Лучше мы с вами построим шоссе. Такую объездную дорогу можно построить, да? Подождите, надо здесь расширить дорогу все-таки. Оп, оп, оп. Опа. Хорошо, мы с вами расширили эту дорогу. Ну, здесь вот так вот делаем. Зачем я это сделал? Зачем я расширил дорогу? Потому что отсюда будет выходить уже шоссейная дорога. А это очень важно. Все, давайте. Так, вот здесь вот. Нет, давайте вот здесь вот. Ночка длинная. Ни хера не вижу. Сейчас день придет. У нас еще туманная какая-то погода еще. Нет, все-таки вот так вот сделаем. Я вообще говорю, делаю, я все делаю хаотично, ребята. Так, здесь переезд. Здесь прямая трасса. И за такой небольшой городочек будет. Недостаточно денег. Как всегда. Не надо соединять все дороги, чтобы не было пробок. Ну что ж, вот такое дело. Получается, мне вот этот цвет не нравится. Лучше давайте вот такой цвет поставим. Такой белый цвет. Вот, все, прекрасно. Теперь осталось провести водопровод. Надо сделать так, чтобы экономнее было. Нужно 1500 чем-то. 1129. Что у нас там с кредитом? Возьмем кредит, чтобы не ждать. Как всегда. А, подожди, вот этот вот, да? Crusader Kings. Что-то прям захотелось вернуться в Crusader Kings. Там что-то даже, кстати, много обновлений было. Это тоже такая стратегия, где ты поднимаешь свою... Как его? Скажите, я скажу. Ну, вы поняли, короче. Свое королевство.
Ну, как-то так, да. Или свою родословную, можно так тоже сказать. Все, мы здесь начинаем строить. Нам надо, кстати, полицейский участок построить, поликлинику. Стоп, подождите, мы еще хотим построить. Ну, парк для выгул собак можно, в принципе, сюда воткнуть вот так. Чипуль. О. И сразу. Пусть они пока заселяются. Превосходно. И сразу делаем остановку. Остановитесь. Остановка. Хорошечно. Три остановки здесь. И куда они идут? Правильно. Они идут вот сюда. Чипуль. 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 И обратно. Чипуль. 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 Превосходно. Все, автобусы сейчас поедут. Ну, вот такой цвет будет тоже. Нормально. Такой болотный цвет. Хорошечный цвет. Так, здесь уже обработка пошла. Здесь тоже в основном идет обработка. Мы не успеваем обрабатывать даже в некоторых местах. Хотя нет, мы мусорную проблему уже решили. Превосходно. Кстати, вот здесь вот можно было сделать развязочку такую для выезда-въезда. Но нам надо сделать кольцевую. Без кольцевой будет сложновато немного. Смотрите, как вообще хорошо мы сделали все эти развязки. Очень классно. Даже здесь вот машины уже начинают ездить. А, светофор встал, да, светофор есть. Превосходно. Вот видите? И пробок нет, и все хорошо. То есть я рассчитал все это дело. Хотя очень много узких дорог, и все это дело не просчитано. Ну, я уже прочухал. Вот здесь вот есть пробки, смотрите. Видите, загруженность небольшая. Нам следует в будущем это дело закрыть. Так, выплачиваем первый кредит. Второй, вернее, кредит, а потом вот этот кредит надо выплатить. Чтобы процентики не бегали. Новое здание у нас появилось. Тинь-тинь. Метеолог. Блин, я еще вообще не готов к этим всем метеорологическим катастрофам и природным катаклизмам. Поэтому не надо мне ничего сейчас ссывать. Спасибо большое. Я не хочу. Надо следить за этим делом. Кстати, вот здесь вот так себе, конечно. Стой. Я ж забыл про школы. Школьников-то надо не забывать. Так, начальная школа, высшая школа, университетов у нас не хватает. А мы не можем его поставить даже в университет. Кстати, здесь даже этого всего не хватает, да? Университетов не хватает, ребята. Конечно, было бы хорошо, если бы здесь рядом школу какую-нибудь построили, даже районную школу. А, нет, подождите, публичная районная школа. Сколько? 15 тысяч? 12 тысяч. Почему районная школа, она дороже? Вы что, охерели, что ли? Можно было, в принципе, публичную библиотеку построить. Культурно-просветительное учреждение, в котором собраны книги, видеозаписи, газеты, документы и многие другие. Теперь любые книги и учебные материалы, доступные жителям города, библиотеки, дает большой бонус к образованию в радиусе действия здания. То есть, если мы его поставим, то с бонус к образованию. То есть, у нас будут образованные чувачки. Кстати, библиотеки, короче, не было. Это сейчас добавили. Ну, нормально. Это уже, кстати, Crusader Kings. Crusader Kings. Блин, ну, живой у нас город, ребята. Живой город. Надо теперь дальше строить и строить. Вообще, нам надо еще кредит еще один закрыть. Вот он. О, хорошечно. Ой, как прекрасно. Все, мы все кредиты практически... Не, даже полностью закрыли все кредиты. Здесь мы можем сделать еще одну объездную дорогу. Но шоссейную дорогу здесь мы соединить не сможем, да? А, не сможем. Объездную дорогу нам надо сделать, ребята. Недостаточно денег. Ладно. Зарабатываем деньги. Вот так вот, видите, объездная дорога пошла. То есть,
Вот такой вот круг у нас получился. Это должно помочь. Вот видите, многие машины уже начали ехать через объездную дорогу. Через центр вот сюда заезжать. Даже те машины, которые здесь поедут, нам... Вот видите, идут. Отсюда они сюда завернут, здесь они здесь завернуть. Да, вот кто-то здесь даже разворачивается. А если мы сделаем здесь светофор? Нет, светофор, мне кажется, здесь не стоит делать. А, нет, не стоп. А светофор здесь и здесь. Хотя он здесь не нужен. Представьте, здесь два светофора. Вот здесь бы я точно запутался, если бы в реальной жизни. Например, выезжая сюда, на зеленый. А здесь красный, например, допустим, горит. Регулировка хорошая. Вот это движняк, да, обалдеть. Очень много машин ездит через объездную дорогу, чтобы попасть, я так понимаю, да, чтобы попасть, вот, чтобы не ехать через весь город. Это говорит о том, что нам надо еще одну объездную дорогу сделать мимо этого городка, чтобы люди... Чтобы люди не беспокоились. Ладно, давай тогда, тогда. Вот так вот. Я не знаю, пойдет? Да, да, да. Все, они начали ездить вот через эту дорогу. Подождите, главную дорогу тогда сделаем. Да, основной поток здесь. Все. Прекрасно. Пошел основной поток здесь. Стрелки. Светофор. Мы, кстати, можем шлагбаум убрать. Типа, чтобы все остановились. Нет, ну здесь, в принципе, у нас идет шлагбаум. Видишь, проехал. Открылся, закрылся. Здесь мы можем поставить стоп поездам. Интересно, сейчас надо проверить, как он вообще будет идти. Представьте, мы здесь стоп поездам поставили. Обалдеть. Не, ну это, конечно, я нигде не видел, чтобы поездов был стоп возле переезда. То есть приоритет идет поездам, а не автомобилем. Прикольно, здесь тоже можно стоп поставить. Да, нормально. Так, ладно, вроде бы все хорошо, все нормально. Охереть, тут пробки собрались. Во, а я хвастался. Все-таки, мне кажется, надо светофор здесь убрать. То ремастенок поставил за светофор. Убираем нахер его полностью, пусть они сами разъезжаются. И здесь тоже. Все, они сами разъехались. Он нахер здесь не нужен. Да, многие машины именно по объездной дороге едут. В общем, пишите комментушки. Скоро у нас будет 6000, потом 7000 жителей. Заброшенное здание здесь у нас появилось. И мы будем расширять этот город. Потому что я хочу в будущем построить нефтяные скважины. Прямо рядом здесь вот. Даже, кстати, расширять сюда расширяться нельзя. Здесь мы уже будем нефть качать. Здесь 2, 3, 4, 5 где-то скважин войдет. Вот. А тут позже уже сделаем сельскохозяйственные всякие промышленные районы и все такое. Руда, лес. Лес можем здесь тоже делать. В общем, планов большие. И город у нас тоже начинает становиться большим. Вот это мост. Вот это я понимаю, мост построил. Ремасенок, поросенок. Построил себе коттедж за счет этого моста. Играйте в хорошие игры. До скорых встреч. Увидимся через пару лет. Ставьте дизлайки, подписывайтесь от канала. Как обычно. Всем пока.